Вдоль проспекта Таукихана работники коммунального предприятия ведут работы по подготовке земли к посадке однолетних цветов. Рассада будет высажена вместо тюльпанов, которые уже отцвели. С прошлой недели специалисты выкапывают и собирают луковицы тюльпанов. Они будут высажены в следующем сезоне. Участок земли, очищенный от луковиц, стебли тюльпанов, листьев обрабатывают специальной техникой. Если раньше этот участок разрыхляли мотыгой 3-4 дня, то теперь за один день техника справляется с работой на выделенном земельном участке. Конечно, с техникой лучше. За сутки уходит 10-15 литров бензина. Если земля мягкая, работа идет быстрее, да и обработка проводится глубже. Посаженные рассады цветов примется, и они быстрее зацветут. Вдоль главного проспекта будут высажены саженцы однолетних цветов. В прошлом году в это время уже вовсю цвел шафран, говорит Атиркуль Абдураимова, которая проработала в отрасли более 15 лет. Высаживаем однолетние цветы, в основном шафран. Да, в этом году посадка цветов ведется поздно. Причина, с одной стороны, погода, с другой стороны, тендер. Суд идет. Было бы хорошо, если бы мы его выиграли. К слову, этот вопрос поднимали и на отчетной встрече акима города с населением. Тогда Мурат Айтенов подтвердил, работы по озеленению города в этом году ведутся не на должном уровне. Коммунальщики судятся друг с другом. Один выиграл, сторона несогласная с решением суда подала апелляцию. А время уходит. Условия тендера будут изменены. Согласно документам, коммунальное учреждение, которое выиграло тендер по благоустройству и озеленению города, будет работать не один год, а 5-6 лет. Несмотря на проблемы, работы по озеленению на территории города не прекращаются. Работники коммунального предприятия, выигравшие тендер в прошлом году, продолжают ухаживать за цветами и зелеными насаждениями. Хочу сказать, что уважаю очень труд и что у нас очень отзывчивые жители. Очень красиво у нас весной. Тюльпаны цветут красиво. Всегда с такой завистью, белой завистью смотрю на эти тюльпаны. Ну, душа радуется. На этой неделе работы по сбору луковиц тюльпанов продолжатся на проспекте Кунаева. Вместо них на обочине дороги разместятся саженцы однолетних цветов. Стоит отметить, что в прошлом году здесь были срезаны ветки деревьев и кустарников, и они приняли прекрасные формы. Коммунальщики уверены, и в этом году зеленые насаждения порадуют жителей своей красотой. Шанару Разова, Монтея Ульбеков, информационная служба новостей.